Зима совсем близко, и уже во многих местах Подмосковья на дорогах образовалась гололедица. В заморозке управление автомобилем осложнено, на него повышается нагрузка, поэтому следует убедиться в готовности к работе при отрицательных температурах. Водителям необходимо проверить систему отопления, тормозную систему, подвески, аккумулятор, установить зимние дворники и залить незамерзайку. И самое главное, следует заменить летнюю резину на зимнюю. Переобувать автомобиль рекомендуется уже при среднесуточной температуре плюс 5 градусов. При более низких температурах летние шины теряют свою эластичность. В этой ситуации управление автомобилем даже на сухом покрытии можно сравнить с ездой по льду, а тормозной путь увеличивается в разы. Напомним, что с декабря в России запрещено ездить на летних шинах. Водители должны использовать шипованную резину или так называемые липучки. Штраф за нарушение составляет 500 рублей. В магазинах теперь можно купить только маркированные шины. Маркировка нужна для борьбы с контрафактом и защиты автомобилистов. Будьте внимательны на дорогах, избегайте беспорядочного маневрирования и резких перестроений. Исключите резкое торможение и быстрый набор скорости с места. Соблюдайте дистанцию и боковой интервал между автомобилями, заблаговременно снижайте скорость при подъезде к перекресткам и пешеходным переходам. Руслан Полянин, новости из Кровект.